Безопасность дорожного движения – этот вопрос был рассмотрен сегодня на Краевой межведомственной комиссии. Участие в этом селекторном совещании принял глава Анапы. Статистика тревожная. Количество дорожно-транспортных происшествий на территории края в прошлом году увеличилось. В рамках профилактического мероприятия «Автобус» в Анапе сотрудники ГИБДД только с начала года составили более 100 протоколов. Юрий Поляков обратил внимание на то, что необходимо менять и саму схему организации движения. Совсем скоро по инициативе главы Анапы начнутся работы по расширению Симферопольского шоссе и устройству кольцевой развязки в районе санатория «Россиянка». Дорожники ждут, когда установится хорошая погода. Также глава курорта поручил продумать возможность организации на период курортного сезона колец на анапских дорогах. Перекресток, а хороший, сложный, и все, стоят, как поломался светофор, все стоит. Там есть вот в плане организации движения, период курортного сезона, да, надо посмотреть, может, надо делать где-то временные кольца,